автобусного парка. Колпинский автобусный парк сегодня – это более 60 лет транспортного обслуживания на благо Санкт-Петербурга. Сегодня Колпинский парк – это монопарк. На предприятии эксплуатируются только автобусы марки МАЗ. Завершена модернизация автопарка. Были оборудованы приборы с диодными лампами. Обновлены мастерские, производственные корпуса и автомойка. С Днем города поздравляют Колпинский автобусный парк! Вашу улыбку будет сиять.